праздником. Добрый день. С благовещением. Вот они вас приходят на богослужение. Издалека вижу. Вот Игорь Владимирович Добунов здесь. А там мои голуби сидят. Сегодня Благовещение. Да, с праздником вас. С праздником. Птичек покупают и отпускают на волю. Птичек нужно их пускать. Нет, сегодня? Голубей. Так, вот приехали уже 4 машины. Сейчас еще приедут. Все растаяло нынче. Почти все. Добрый день. Добрый. Я помню, мы на Благовещение босиком играли в Потеряевке. Один год был такой. Трава уж зеленая была. Ничего себе. А эти годы-то видишь, как все. Вон кто-то там идет далеко. Похоже на Нину Жолнерову. Вот так. Машины подходят. Тут у нас почта. Все выгорает. Пришлось под стекло сделать. А где стекло, тут уже не выгорает. Интересно, какое свойство имеет. А вот сосед сжег дом. Сжег просто дом. Андрей был тут, пьяный был. Соседа повредил. И дом стоял где-то лет 10. Трава росла, деревья наверху. Ну, его куда-то в приют отдали, он стал с бесами бороться, ломать все, за бесами гоняться. Ну, как вот Иван Карамазов, братьев Карамазовых. О, Лариса. Там кого ведет у нас? Свекровку. О, Николай, кого привез Николай? Варвару и Мирона. Мирон, имена-то какие. О! Вот так. Вот Варварушка пришла. Да там Миронушку тянут. А? Мир вам. С миром. Встречаем вас. Вот эту соску вы зря ему даете. У него зубы режутся, Игнатий Тихонович. Неважно, мы все росли без этого. Не слушаешь ты это. Зря. Потому что работают соки у него там. И в это время ничего не поступает. Руки лезут в рот. Отмахивается, не верит. Все время ребенок соску имеет. О, я не ошибся, что ты идешь такая. Издалека тебя узнал. Маленько показать, как тут у нас приходят молиться. Вот в каком храме такие надписи есть? Благовестническая община. Вот так. Это у нас прекрасная ель стоит. Я не садил, это все так мне досталось. Как с неба Бог опустил. А вот это вот расцветет миндаль. Вот это вот. Он цветет несколько дней всего только. Символ бессмертия по Библии. И зацветет миндаль, Экклесиаст пишет. Символ бессмертия. Только одно растение такое есть. Как лилия, символ вечности. Во! Еще кого-то привезли. Решила сегодня здесь встретить вас. Добрый день. Это наши Потеряевские. Еремия Барабаш. Имена-то какие вот выходят, малые дети. Добрый день. Так, еще раз выйду на улицу, посмотрю. Это напротив дом. А вот здесь вот за оградой, за деревьями опь течет, опь. Влево, вниз туда. А вот там видно край здания. Вон там он, краешек. Это был краевой суд, где меня судили. Краевой суд. А теперь там музей истории, искусства, литературы, что ли, истории. Вот кто-то вылез и перчатки бросил.
кто-то вылез и перчатки потерял. Объяви там кому. Нет, мне. А не твои? Нет, не мои, это у меня вы. Ну, найдется хозяин. Это наш юрист. С красным дипломом закончил. Был следователь по особо важным государственным преступлениям краевой прокуратуры. А сейчас какое-то свое у них там. Все, командировки в Москву, командировки. Оттуда люди просят защищать. А да что там, не хватает юристов? Ну, вот так. У нас вот и заходят, выходят они все. Все с красными дипломами закончили. И медики, а то верующие, отставшие. А еще ряд взяли. Вот еще, как я говорю, она, вот она, наша медичка. Да я говорю, наши медички все, я говорю, с красными дипломами. Ну да. Почти. Господь вас да благословит. Вот, пожалуйста, в этом самом здании тут делопроизводитель. Ну, ой. Вот как раз в этом здании Крывого суда, это жена моя, Игоря Добунова. А это бежит Оля, сестра родная Виктора Савченко. Давай. А то с обедом уже Володя тут носит. Как, а зачем ты несешь сюда? У меня ключа нету. Ключ? Это никому не давай. Это мы сами сидим. Давай. Это Оля привезла. Она знает, что я люблю. Ну ладно, пошли дальше. Ну, вот я зажжем. Господи, благослови и помилуй. Мир. Греются. Ой, ой. Ну ладно, ладно, ладно. Хорошо, молодец. На-ка, поснимай кого-нибудь. Не урони только, держи. Ну, я разденусь пока, будет, держи. Да? Потом еще поговорим. Поснимай вон тех. Зайди в этот зал. В зал, зайди там всех сними. Ух ты, оператор новый появился. Угу. Нестор, ну зашел, и что дальше? Вот люди взрослые тут, и что? Верующие. Что сказать-то? С мир вам. Вон молодец какой. С миром тебе принимаем. Спасибо. Спасибо, говорю. Спаси Христос. Спаси Христос, молодец. Ты вот молодец. Да, у меня помощник. Все. Зашел такой молча. Вот Тамара вернулась. Операции глаз сделали. Вот наш костяк, говорят. Как батюшка говорит, наш костяк. Костяк без костей. Нет, почему? Ну, какие наши? Вот наши костяки. Вот видите, у нас все везде. Нет, нет. Нормально. Молитва. Нормально. Вот посмотрите, что тут есть. Я просто покажу. Костяк. Шкелетина. Кто желает, просчитает. Я не пошла на все. Вот наш любимый наш флаг. Триколорный, как называют. Ну вот это у нас трапезная. Триколор-то переводится трехцветный. Так что три цвета. Ну. Три краски, дословно. Да, три краски, да. Ключ. Совершенно верно. Не в тот карман положил, ладно. Участвует. Она вчера была вечером. Вот видите, как все это украшено. Нет, она вчера. Там можно будет соединить, просчитать. Это на двух сторонах показал. Так еще вот здесь. Здесь потому, тоже принято уставы. Потому что они не в нашей общине. Были бы в нашей общине, они бы все дебаты прекратили сразу. Как ты в свое время? Они тебя сейчас опять драконят. Ну, себя. Это только в одной трапезной у нас столько надписей. Если бы они то, что-то побыли бы здесь.
Ты считаешь, что мне не знаю, что это? Почему? Я считаю, что... Что это значит? Это означает то, что любит Слово Божие здесь. Это что, милостыню подали? Милостыню подали, считаю. Хорошо. Вчера мне один по интернету спрашивал, деньги мне послать. Не, вот сюда вот пошлите. Над роботом. Четверо детей после смерти матери остались. Слава тебе, Господи. Все, уже почти. Сейчас за 7 минут у нас все заходят, в полной тишине стоят. Молодец. Как у тебя японский язык-то? Да, японский. А китайский? У меня сейчас и китайский. О, ты мне нужна. Слушай, я хочу с китайцами один мизу заработать. Ну, молодец. Ты очень нужна нам. Видишь, и для всего, и китайский, и японский. Ой, Ленка, ну, умничка. Да японский, говорит, ладно. Ты молодец. Почему благовестие знаешь о тебе? О, Татьяна, с возвращением. Я не вижу тут. Как Софья-то там? Нормально? Ну, только вот... Софья-то, внучка-то. Нормально. А то мы все еще молимся за нее. Нет, я уже говорила, что она нормальная. Ну, слава Христу. Сама-то ты как? Хромаю. На 2 минуты. Это сейчас 50. Чего ждать теперь нам? Вот посмотри, какие у нас сестры. Какой в общине православный? Чтобы вот так вот дело все были одеты. Посмотрите, бабушки, его, какие они у нас. Ваше никакого венчания у вас не было. Приличные. Я бы банали. Мы тайную записку положили. Так, ну-ка, переведи, что она хоть говорит. Говори еще раз. Где баба Надя? Где баба Надя? Баба Надя? А еще нету? Должна прийти. Иди там, встречай около двери, где-то она сейчас зайдет. Так слово разведенное, вот говорится, приехала, которую в храм там не пускают. А не о разводе гражданском. Сенька и Пупков, раздевайтесь. Немножко это головой думать надо. Причем здесь? В разговоре идет о верующих. Слава Христу. Надо отсюда поснимать маленько. Это детская. Тут готовится тоже занятие. Галина Загуляева. Мама 4 ребятишек. Что-то там. Еще. Баловство. Это Варвару там донимают. Это Гликерия, самая подвижная. Вон она. На Ивана уже. Ну, Тарасику в глаза пальцы тащит. Никто не говорит, что встань на молитву. Говорите, потому что никто не говорит, а тут ребята не знают об этом. На молитву, да. Я Библию забыл. Ребятишки встаем. Все, на молитву. Все, успокойтесь. Ну ладно, она не мертвая же была. Да, не воскресла. Не нахуй, запечатала рот. Леночка.